Всех приветствую, дорогие друзья. Перед вами Максон, и перед нами 14-я часть прохождения игры «Одни из нас». И, соответственно, нам нужно продолжать идти в лабораторию и смотреть, что не так тут с цикадами. Потому что, как вы можете заметить, здесь очень тихо. Глухо-тихо черная полоса. Кстати, я нажал сохранение и потом только пошел делать модернизацию, соответственно. Так. Все, что мы делали в прошлой части, не сохранилось. Вот что дерьмово. Ну и тогда изменим свое мнение на модификацию. Сделаем максимальную вместительность. Так. Это мы еще явно будем прокачивать. Так, ну что ж. Мы можем только вот это сделать. Скорость перезарядочки. Все. Очень даже неплохо. Пойдемте в сторону Элли. Где-то она-то здесь была. Сумка такая военная стоит. Или здесь, да? Тише, пока не ясно, что происходит. В натуре. Цикадов-то может и не быть уже. Может, только зомбари остались, да и все. Так, пойдемте поизучаем. Порядок. Теперь коктейль Молотова улучшено. Теперь у нас набор инструментов 4 уровня. Отлично. Отлично. Не зря заскочили. Выживай, выживай, выживай. Так. Что за бумажка? Возможно, снаряжение какое-то. Перечень. Фигня какая-то. Тут только всякая медицинская хрень. Так странно. Похоже, они собрали манатки и скрылись. Может, не все? Держись рядом. Так. Я так понимаю, либо зомби, либо новый персонаж в нашей жизни. Тут ничего нет. И где же цикады? Трупов нет. Это хорошо, да? Но... Если узнаем, куда они ушли.
пока что спешить явно не стоит. Тем более, если у нас есть шанс, то нам надо максимально осматриваться. Такое ощущение, так много предметов, как будто щелкуны сейчас пойдут на нас. Так, идем дальше. Нет, ничего. Бутылки нам не нужны. Почему так много таблетосов, которые типа считаются редким материалом? Честно, я обосрался. Сейчас от этих звуков. Кстати, надо посмотреть, что у нас по таблетосам, но 35. Скорость лечения, скорость создавания предметов. Прокачаем скорость лечения. Черт. Наверное, это щелкуны? Нет, щелкуны не прячутся. Так. И все же. Куда это нас все привело? Что это? Снимок грибка? Да, грибок, блядь. Макаки. Но хоть не щелкуны. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Будем искать, что-нибудь найдем. Диктофон из лаборатории. Так. А я здесь слышно? Мартышка. Офигеть. Эти мартышки, они опасны, походу. Вот. Хорошо, что мы не стали злить макак. Он не сказал, куда они ушли. Да, будем искать дальше. Вот дерьмо, короче, эти макаки, они заражены особи. Если микрофон не проигрывался, если вы не слышали, если слышали, то слышали. Все логично. Короче, макаки зараженные. Чем? Может, на них хотели противоядие сделать? Дальше город. Так, ну чё за дурачок там сидит? С дыркой в голове. Если вы ищете цикады, их здесь нет. Мы уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Тихо. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер... Хватит, с меня довольно. Что они делают?
Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Да, в жопе Нара. Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись! Это что за уроды? Неважно. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Я так понимаю, пацаны уже поднимаются к нам, да? Как мы отсюда свалим-то, интересно? Кирдык, сука! Ё-моё! Ты чё, начерти он? Так. Чё там светится? Не, кушай. Отлично. Блин. Но мы долго ждать не можем. За него только кирпич. Так, чё, ребята? Как ты клоун? Тихо. Чё, пуля на вылет прошла? Чёрт! Блин, ну как, надо выживать, ёпта. Нет места. Сейчас найдем. Так, заменим ствол. Так, придется подвигаться. Так. Ну, блин. Ребята-то дамаг наносят больно.
Что за конченая? Тварь, 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 тварь. Я жму, Джоэл. Черт. Твою мать. Твою мать. Все. Что мне делать? Уходи. Что? Уходи. Все, это... Джоэл, блин. Тянели. Ладно. Давай, готов? Раз, два, три. У него из жопы револьвер торчит. Где чертова лошадь? Твою мать. Никого не видно. Пошли. Блин. Джоэл, как дела? Да, блин. Я цел. Я цел. С окном справишься? Господи, двигай, двигай! Твою мать! Я тебя вижу! Черт! Так, оставайся здесь. Я сбоку зайду. Элли, черт! Ты убил моих ребят! Хочешь по-хорошему, будет по-плохому! Ах ты! Ты убил моих ребят. Зачем вы вообще лезете на мирных людей, кончены? Ух ты! Нужно тебя вытащить. Нормально. Нет, Джоэл, ни хрена! Пошли! Да, жестко. Кого? Быстрее! Да. Все. Все отлично. Так держать. О, давай, опирайся. Что там за свет такой? Нет. Идти можешь? Да. Тогда иди, мать твою. Да. Жесть. Вон выход. Давай, уже близко. Блин, музыка еще не дает покоя. Эй! Эй! Джоэл! Сзади! Что? Элли! На я ствол! Говорю. Береги! Блин. О, черт! Твою мать! Джоэл! Вставай! Клади руку на плечо! Так, пошли! Клянусь Богом! Я тебя вытащу! Ты мне еще споешь! Ну да. Жди здесь! Я открою дверь. Не спеши. Там человек или мне показалось? Давай. Не понял. Давай. Ты иди ко мне. Так. Блин. Неожиданный поворот событий тоже все-таки они сделали.
Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Да, блин. Вставай, вставай. Мне кажется... Скажи, что делать. Мне кажется, Джоэл, все. Давай. Ну вставай ты. Джоэл. Зима. Да, забавно после такого видеть. О, невелика добыча. О. Ты его спугнешь. Теперь мы будем играть за нее, да? Ну где ты? Вот ты где. Блин, Джоэл, походу, не выжил. Далековато. Блин, ну я не хочу играть, я от Джоэла еще не отошел. Давай, Элли. Так, куда ты скакал? В ней. Вниз куда? Попала. Попала. Так, он либо умрет. Ужас. Два попадания. Не вижу. Где? Высоко забрался. И как ты еще жив? Что тут было? Какая-то лесопилка. Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. Ну да.
там? Выходи! Тише! Что? Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим? Обмен? За это мясо. Оружие, ткань, пули. Лекарства! Есть антибиотики? Есть. В лагере. Пойдем вместе Никуда с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад. Капец. Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Ну вот. Да, мило. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, злая. Я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. Блин, Джоэл жив? Пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Конечно. Да уж приходилось. Главное, не дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Следи за окнами. Ладно. Так, пульта маловато. Куда ты уламываешь? Хрена ты даешь, ну? Так, два патрона. А ведь правда? Стреляешь ты получше меня. Отлично. Помоги мне. Да слушай, ты тепло, ты справляешься. Отлично. Черт. Спасибо. И давай им влезть в окна. Твари, блядь. Это проламывают, а? Ты
подойдет, пускай поближе. Стреляй, Короче, щелкуна нам по-прежнему нельзя трогать. С самого начала. Тут пусто. У нас мчится целая орава. Главное, не щелкун. Вот дерьмо. Вот, возьми патроны. Рубина. Страшно. Черт, уходим отсюда. Идем. Дерьмо, 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 дерьмо. Я перекрою путь. Впереди вход. Давай дальше. Сюда. Ладно. Да, мы идем. Ни разу тут не был. Блеск. Блеск. Никого. За мной. Иду я. Как настроение? Отлично. За меня не волнуйся. Так, смотри под ноги. Не отставай. Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны. Уходи! Так. Тихо. Так, я надеюсь, свалим. Порядок. Вот ты где. Выход так близко. Надо наверх. Да. Нам бы ту лестницу. Так, давайте, подкинь меня.
подкинь меня, эй. Вон, давай, подсади. Давай. Готово? Да-да. Держи. Бегом, не наткнись на зараженных. Да знаю. Да, почти. Так. Держи. Осторожно. Давай, ставь, я тут посижу. А прикинь, он бы сейчас лестницу скинул, бы убежал. За крики. Мы уж поняли. Что еще за выражение? Ладно, старик. Что за крики-то происходят? Должен же быть выход. Че их так много-то? Че за бычки валяются? Ну что-то вообще очко какое-то, как посмотришь тут. Ого, похоже, мы не первые с ними столкнулись. Боже мой, я искал этих ребят. Круто. Ну ладно, бери их снарягу, я поищу выход. Да, снарягу тут. Блин, нет места. Бери все, что может пригодиться. Да-ка, все. Что-нибудь видишь? Тупик. Не понимаю, кто это строил. И что нам делать? Ну что, отбиваться? Есть другие варианты. Сдохнуть. Ясно. Ну, на самом деле, тут реально вариантов-то немного. Ты его бьешь? Для меня это сделать. Ты меня не возьмешь. Изи. Отлично. Они на крыше! Я знаю! Дерьмище! Дерьмище, дерьмище, дерьмище! Вернемся. Что-то не похоже. Ты, главное, не отвлекайся. Что за крики? Так,
Граната готова. Сколько тут этих тварей? Без понятия. Стреляй. Гранатка пошла. Да, помогаю, как могу. Ай, щелку! Блин, только не говорит, что оборона надо будет с самого начала делать. Да. Придется бегать. Это оптимальный вариант. Сопляк! Чё за сопляк? Ну этот, здоровенный! Господи! Так. Он еще не откинулся? Давно пора. Знаешь что? Что? Кажется, мы отбились. Их больше нет? Да слушай. Ты, кажется, разочарована? Скорее не могу поверить. Да. Проверю мост. Я с тобой пойду. И где? Слушай. Всех перебили? Всех перебили. А что там дыма нет? Я же говорил. То, что костер был. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел? Да. Единственное, что нам ничего не показали, что произошло с Джоэлом. Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Да, хороший учитель был. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Как всегда. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь? Случайностей не бывает. Успокойся. Опа. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Вот это поворот. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Ну, блин, интересно.
Там, наверное, лошадь уже отъехала. Нет? Валим отсюда. Пошла. А кому она повезла лекарство? На самом деле. Нам ролик не останавливают. Идем. Так. Джоэл. О, ты жив! Еды принесла немного. Джоэл, ты жив, найс. Зато добыла вот что. Так, руку. Вот так. Прости. Ничего. Офигеть. Уже все. Ты поправишься. Охренеть. Ищет. О, черт. Выследили. Я уведу их отсюда, а потом вернусь. Жесть. Их тут. Чего им надо? Что им от нас нужно? Я не знаю, что им нужно. Мне кажется, в конечном итоге поймают. Ну, смотри, сколько это. Твою мать. Ну, блин. Нет. Черт. Так. Хотел их с холма, а вот туда не вижу. Ну что ж, друзья, а как дальше мы будем выживать за Элли, это уже будет в следующей части. Всем огромное спасибо, кто был с нами, кто переживал, кто ставил лайки и дизлайки, пишите свое мнение по поводу данного прохождения. Пока-пока.